По информации Управления Комитета государственной безопасности по Брестской области, Управлением внутренних дел во взаимодействии с Ленинским ПВД города Бреста, вблизи погранперехода Козловичи выявлена группа нелегальных мигрантов в составе 17 человек граждан Вьетнама. Указанные неудавшиеся мигранты будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и выдворены за пределы Республики Беларусь. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора, а также каналов нелегальной миграции. Всего с начала 2012 года на территории Брестской области было выявлено 3 группы нелегальных мигрантов. До этого граждане Сирии и граждане Египта. Туда пройди. Машины приедут, готовы уже. Ну что, Максим? Дата рождения. На этой же улице, где я, когда ты родился? Живу, то есть там, что? Изборн. Только по левой стороне. То только мясо. Что? From you. Hi, from. Ông lên trước ở Hà Nội, Nghệ An, Việt Nam. Yeah. Vào công tuấn Việt Nam. Ваше имя, name? Nguyễn Văn Minh.